Всем привет! Хочу рассказать про два онлайн-приза в игре Ride 4. Проехать одну сетевую гонку, проехать 10 сетевых гонок. Они выполняются так же аналогично, как в первой, во второй и третьей части. Надо проехать заезды на купленном мотоцикле, на арендованном заезды не засчитываются. Ну и как я ранее говорил, для подстраховки, кому нужны призы, но желательно приехать первым. Всем спасибо, всем пока!